Во всем мире произошел сбой в работе сервисов и приложений. Это связано с атакой йеменских хуситов в Красном море. Они повредили 4 интернет-кабеля, которые были протянуты по дну. В итоге затронуто 25% трафика, передающего данные в Африку, Азию и на Ближний Восток. Его уже перенаправили по другим маршрутам. На данный момент сообщают, что работа интернета и всех приложений восстановлена.